Кризис – это момент прорыва или провала. На очередном семинаре ЦПП обсуждали продвижение продукта в современных условиях. Спикер Дарья Рощина простым доступным языком объясняла собравшимся, как вести себя в новых условиях тем, кто рассматривает соцсети как площадку для продвижения, куда смотреть, что планировать и как действовать. Сейчас у нас бизнесу совсем, непросто. И мы сегодня поговорим как раз про, отдельные новые направления, которые открываются с каждым днем, потому что предпринимателю сейчас нужно быть очень гибким, очень ловким, осваивать не только сферу продвижения в социальных сетях или в интернете, но и также брать отдельные, офлайн-методы продвижения, которые, я считаю, как раз для Сароут они будут более актуальны в нынешнее время. Не обошли стороной и острую тему блокировки соцсетей. Дарья рассказала, сможет ли Telegram стать площадкой для продвижения, а также дала несколько советов, на какие альтернативные социальные сети стоит обратить внимание, куда мигрировать предпринимателям запрещенных площадок. После каждого семинара мы обмениваемся не только обратной связью, что они полезно для себя вывели, что бы они хотели в дальнейшем услышать, но и даже после семинаров я уже конкретно с каждым предпринимателем могу проконсультироваться, дать какие-то советы, где-то помочь, какой-то стратегии продвижения, и, в таком формате мы взаимодействуем. Дарья в Сарове не первый раз. Прошлый семинар был посвящен основным трендам и антитрендам соцсетей, работе с аудиторией. На встрече разбирали понятие осмысленного контента, работе с визуалом. В январе главной повесткой дня был массовый переход в онлайн-пространство из-за пандемии. Технопарк «Анкудиновка» ежегодно устраивает семинары и питч-сессии по всей Нижегородской области. Конкретно с центром Саровским мы познакомились через директора. Она вышла на моего руководителя, сказав так, что очень много наслышалась про мои компетенции, про мой подход, более неформальный, без всякого сухого текста, доносить информацию по продвижению продукта. Они пригласили меня в 2021 году, мы провели первый общий семинар про маркетинг, про целевую аудиторию, как набирать клиентов, где их искать, где продвигаться, в каких областях. В беседе с участниками семинара стало понятно, что такой формат саровским предпринимателям интересен. Такие встречи в нашем городе планируют проводить регулярно. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров 24.